Здравствуйте, ребята. Урок физической культуры номер 21-24. Тема «Основа работы в команде». Цель обучения – подобрать и применить соответствующие реакции, чтобы помочь справиться с трудностями и риском при выполнении ряда физических упражнений, способствующих укреплению здоровья. Удары по мячу внутренней стороной стопы. Применяется главным образом как точная передача мяча на небольшое расстояние. Когда игроки оказываются вблизи ворот соперника, они тоже часто посылают мяч в ворота внутренней стороной стопы, особенно если хотят направить его в угол мимо вратаря. Точности удара способствует большая площадь соприкосновения стопы с мячом. Рассчитай, чтобы опорная нога была в 10-15 см сзади и сбоку от мяча. Колено этой ноги следует немного согнуть, а носок чуть повернуть внутрь. Стопа бьющей ноги разворачивается к мячу так, чтобы быть обращенной к нему внутренней стороной. В момент удара можно наклонить туловище над мячом. При ударе с разбега соблюдаются те же условия. Подводящие упражнения. Самостоятельно ознакомьтесь с подвижными играми. Первая игра – мяч в кругу. Вторая игра. Кто самый меткий? Игра катбол. Игра на внимание, падающая палка. На этом урок закончен. До свидания.